Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Медиаплеер. В этой новости я хотел бы рассказать о новом приложении, которое дает возможность управлять вашими медиаустройствами. Это Dune HD Remote Control. Новое приложение дает возможность получать обратную связь и, соответственно, без работы самого телевизора выбирать необходимый нам контент. Постараюсь в двух словах рассказать, как это делается. Чтобы поставить приложение, нужно сделать следующее. Скачать соответствующую прошивку на сам медиаплеер и поставить АПК-программу на мобильное устройство. Найти это можно у нас на сайте в разделе «Новости». Мы сделали соответствующую новость, и там все полностью описано, как это проходит установка. В двух словах, как работает приложение. Двухсторонняя связь позволяет полноценно управлять вашей медиатекой. Для этого нужно просто выбрать на телефоне соответствующий логотип. И добавить к просмотру. Вся информация будет полноценно дублироваться у вас как на медиаустройстве, так и непосредственно на экране монитора. Очень удобно стало набирать текст для просмотра каких-либо онлайн-источников. Допустим, приложение «Базинга» дает возможность вам выбрать фильм по запросу. Идет полноценное управление, пауза, стоп. Немножечко позже будет полноценная версия для iOS-устройств, поэтому, думаю, все будут достаточно удовлетворены работой этого производителя. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами, следите за нашими новостями. Хорошего дня.